Везли. Убегай, Яра, убегай! Убегай! Как девчонка себя ведет этот русский мальчик. Отряхни ему поясницу, за у него там это вот все в снегу. Нравится? Ну, давай, поехали дальше, потому что темнеет. Да. Встряхните ноги. Ноги встряхнули в машину. Да, снимаем дальше. Может, опасно здесь? Классно, здесь можно на лыжах покататься. Вон туда идешь. Это не снег, я тебе скажу, будто... Настенька. Это снег, просто он от перепада погоды, тепло. Он твердый, да. Он и очень... потом мороз. Он застывает, он замерзает. Да, тает, замерзает, тает, замерзает. Красивый. Поэтому он твердый. Где вырезает елки на Новый год здесь? Такой холодный снег. Тарик, конечно, холодный. И удивительно, Яра, что снег холодный, ты знаешь? Какие дома здесь эти камни. Ну, скажи честно, даже и не холодно. Да, да, да. Знаешь, наверное, потому что здесь все-таки сухо, здесь не так, как на море, знаешь. Здесь в горах сухо, как в России. И за счет этого не так чувствуется мороз. Вообще не чувствуется. Я вышла в кофте. Да. А я упала в себя. А где за тебя? Ну, где мы сушили картошку с сырами? Это там, наверное, мы проехали, потому что. Слушай, я вижу. Хочешь попробовать такую картошку? Нет. А? Точно? Ничего, немножко эмоций. Стоит. Я не помню, что это. Это не будет здесь. Поташнивает. Поташнивает? Папа, помнишь ту старенького дядю показал, который залазит в холодную воду? А. Хочешь, мы тебя тоже организуем сегодня, хочешь? О, да. Нет? И запросто. Раздеваешься быстро догола, я тебя держу за руки, окунаю, снимаем тебя на видео. Хочешь такие эмоции? Холодрыга. Ну окей, холодрыга. Потом оденешься, согреешься быстренько. Ну давай, ты же мужик или нет? Давай покажем дагестанским парням, что мы тоже не слабо. Бэ, я бы, если это помогло бы, я бы пошла под музыку. Заморозить. Смотри слева, на интернете. Тут что еще хочешь? Тебя пустили бы сейчас. Что-то эта дорога какая-то, мне кажется, как будто съехавшая какая-то. Итак, мы приехали в аэропорт. Здесь очень древнее место, здесь есть пещеры неолитические, старые. Есть пещеры, в которых найдены какие-то странные каменные куклы и всякое такое вот человечки. И никто не знает, кто их сделал и какое происхождение у этих статуй каменных маленьких. Не знаю, как это сказать. Каменные, не знаю, как это правильно сказать. А? Статуэточки или как правильно? Красная? Да. Итак, мы приехали в аэропорт. Вот я был на той горе. Вот на той. В самом верху. Помнишь, когда мы лежали наверху, и я там с Пьером? Вот прямо на этой горе я был. Вот тут Формаджо ди Капро. Соль посыпали.